Итак, зажигай на счет 3. Сомневаюсь. На самом деле нет ничего невозможного. Ну посмотрите вы. Правильно, Кирилл Сергеевич. Правильно. Помахала. А теперь зажигай на счет 3. Хорошо? Давай. 1, 2, 3. Итак, 1, 2, 3. Та-дам! Что я могу сделать? Ой, профессор, притом. Коллеги, прекратите ваш спор! Ребята, помогите нам. Варечка, повторяйте все за мной. 1, 2, 3. Лампочка, гори! Кирилл Сергеевич, это не елочка. А с елочкой получалось. А это лампочка. Не получается? Ребят, если у вас не получается, вы никогда не отчаивайтесь, хорошо? И не расстраивайтесь. Подожди. А ты знаешь, что один ученый, который создал эту лампочку, знаешь, как его звали? Томас Эдисон. Вот он однажды сказал, прежде чем я изобрел ту самую лампочку, да? Я изобрел 10 тысяч неправильных. Ребят, если у вас не получается с первого раза, никогда не сдавайтесь. Не получилось с первого, обязательно получится со второго, с третьего или же с 10-тысячного, как у Томаса Эдисона. Но обязательно получится. Попробуем еще раз, а? Ребят, давайте направим всю нашу энергию на лампочку. А ты сосредоточься, смотри только на нее. И главное, помни, что мы в тебя верим, у тебя получится. Смотри на лампочку, зажги ее. Будь уверена в себе. Я же говорил! Что? Это я